Форма, конструкции и пропорции предметов. Как ты помнишь, каждый предмет имеет свою форму, а форма предмета определяется конструкцией, строением. Основу любой формы составляют простейшие геометрические тела – куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, шар. Все предметы имеют свои пропорции. Пропорции предметов – это соотношение размеров, ширины и высоты предметов, а также их частей. Геометрическую основу строения любого предмета, объекта, его пропорции можно легко увидеть на картинах Карева, Крымова, Сидорова, Павлова на фотографии. Вот, например, рисунок группы геометрических тел. Карев, натюрморт с балалайкой. Крымов, деревенский пейзаж. Архитектура Троицы Сергиевой Лавры. Фотография.